Технология изготовления абразивных дисков создана около 100 лет назад и с тех пор не претерпела существенного изменения. В ассортименте абразивных дисков компании Hilti около 80 артикулов различного применения. Сегодня мы поговорим о наиболее популярном продукте – отрезных дисков по металлу. Все очень просто. 4 основных диаметра – 125, 150, 180 и 230 мм. И 5 толщин – 1, 1,5, 1,8, 2,5 мм для резки черного металла и нержавеющей стали, а также 6,4 мм для шлифования металлических поверхностей. Если вы посмотрите на лицевую сторону диска, то сможете заметить, что на одних дисках граница между красным и черным цветом проходит по прямой, на других – по дуге. Это главное внешнее отличие дисков стандартной линии UP – Universal Premium и премиальной линии USP – Universal Super Premium. Но чем же они отличаются функционально? Диск премиальной линии более жесткий, им немного сложнее резать, но при этом ресурс диска выше примерно на 30% по сравнению со стандартной линией. Многократные испытания показали, что диски Hilti одни из самых производительных и безопасных. Чтобы понять, как этого удалось достичь, нужно заглянуть внутрь. Основными составляющими любого абразивного диска являются абразивное зерно и связка на основе бакелитовой смолы, формула которой содержит множество различных элементов и представляет собой коммерческую тайну. Для того, чтобы диск держал форму, используется армирующая сетка. На дисках Hilti толщиной 1,2,5 мм сетка двойная, то есть лежит с одной и с другой стороны диска. Подобные меры способствуют увеличению боковых нагрузок, приложенных к диску, а следовательно, при заклинивании он не разлетится и не причинит вред оператору. Имеющийся знак качества ОСА также подтверждает безопасность изделия. Главная характеристика, позволяющая оценить выгоду диска того или иного производителя, является стоимость реза. Чтобы наглядно показать, как это работает, мы взяли арматуру 26 диаметра и диск Hilti USP-230. В стандартном режиме удалось выполнить 33 реза, причем остаток диска составил 126 мм. Соответственно, при стоимости диска 70 рублей, стоимость одного реза арматуры составила 2 рубля 12 копеек. А сколько стоит рез вашим диском? Заказать эти диски вы можете по телефону 8 800 752 52 или на сайте www.hilti.ru.